Здравствуйте всем, я Оксана, жизнь как она есть. Сильно свет отсвечивает, если я поверну камеру по-другому, вообще он будет там светиться сильно. Ну, я еще как приехала, так мне это... Давай, покажись. А так! Амяк, скажи, здравствуйте. Подошел свой... А ты че мокрый? Я мою машину. Ты мыл? Кисточкой? Да, где это... Хорошая какая белая снимает. А чью машину мыл? Ванькину? Да. Я футболку переоденем сухую? Нет. Это переодеть его бесполезно. Сейчас мама только будет его переодевать. Да, на это. Дина. Он мокрый весь пузо, все пузо. Ну, я не думаю, что пузо, там, наверное, мокрые все штаны и кроссовки. В прошлый раз мы кроссовки сушили феном. Да, потому что, чтобы папа приехал, и у него кроссовки были сухие. Мы здесь занимаемся рукоделием. Дети у меня спрашивают, мама, почему ты не снимаешь? Я говорю, ну, здесь неудобно, там неудобно, пистолет там, он там на столе. Сейчас покажу. Сейчас, вон там. Ладно, там. Вон, видите, на столе хаос. Дина, помахай. Вас видно, да. Там Дина, там гофробумага, нарезаны эти штучки. Здесь Лана. Ну, все, в общем, рядышком, ну, как всегда. Значит, что мы делаем? Это недоделанный вариант еще, потому что здесь сейчас еще пойдут листья. Мы так подумали. Каждый год мы дарим цветы. Ну, цветы и коробку конфет. А сейчас мы решили сделать вот такие конфетные цветы. Вот, там это серединка, это конфеты каркунов. Там у нас есть еще Рафаэла и еще другие блестящие конфетки. Первый вот пробный цветочек у нас пошел как бы так. Да, вот. Ну, потом с Рафаэла покажем. Сейчас будем зеленые лепестки приделывать. Помогают, режут, складывают, еле делают эти трубочки, вот эти ножки, вот из этого. Эта штучка, ножка у меня рулончик этой был. Пакеты, которые вакуумирую, вот как раз удобная трубочка. Так что посмотрите, какой результат у нас получится. Ну, мы и сами посмотрим, что у нас получится. А нам нужно сделать 12 таких цветов. Мы взяли оранжевого, фиолетового, голубого, желтого, синего, розового. Ну, в разных оттенках. Но единственный минус, вот эта вот гофробумага совсем-совсем тоненькая. Если бы она была пожестче, был бы видно на другой. Ну, вот так. Даже хорошо. Да. Вот сюда на вот эту штучку вместилась целая коробка каркунова. Вот. Ладно, мы продолжаем. Значит, что мы используем, значит, чтобы удобно стояло? Кушаем. И так вот пистолетом все это приклеиваем. Вот. Ну ладно, мы пошли сейчас зеленые листики резать. Потом дальше покажем. Сегодня будет продолжение вчерашнее, то, что мы вчера вечером начали, но ролик. И, ну, снимать было неудобно. Сегодня мы устроились поудобнее здесь на столе. Там было совсем неудобно. Ну, пистолет у нас, розетка там, а сегодня была. А сегодня мы поставили удлинитель и розетку поставили сюда. Значит, вчера, я думала, так все легко и просто, ничего подобного. Вчера мы сделали 2 букетика всего. Вот такие, вот такой, здесь с рафаэлками. Вот, будем еще их упаковывать сегодня. Да, здесь вот сейчас уже... распаковывай еще конфеты. Здесь вот так конфеты стоят по цветам. Будем делать. Минус вчера. Пистолетом буду сама клеить. Потому что даже сама я умудрилась. Вот видите, вот. Сжечь себе пальцы на это пистолетом. Я не знаю, как на меня так потекло. Ну вот. Вот так получилось. Ну а сейчас мы сядем и покажу, что как там дальше что делать. Ну, элементарно, просто делается. Я не знаю, вчера показала, не показала, но вот Ваня нам нарезал из пенопласта вот такие штучки. Это коробки, знаете, из-под этого были. Ну, из пенопласта коробки, я не знаю даже для чего они были. Что ты там усилился? Штору сделала. Значит, вот их нарезали, потом зеленой бумагой гофрированной мы обклеили их,
вот так вот, ну, обклеивала гелем, как получилось, так получилось, их все равно не видно будет, да, вот здесь еще конфетки. Здесь мы вчера делали, и у нас не хватило этих конфет, поэтому сейчас мы их вот доклеим. Тут буквально несколько штук нужно еще сюда так прилепить, и все будет нормально. Можно по-разному конфетки обклеивать, можно их в пленочку заматывать, но мы аккуратненько два этих совмещаем, как их, хвостика, и прилепляем. Все. Скажи здравствуйте, ходит мимо. Сюда появись, покажись. Здрасте. Здрасте. Так. Я рассчитывала, что это будет так, как говорится, я уже повторяю, что будет быстро, но быстро у нас ничего не получается. Работа такая скрупулезная. Поэтому у нас сегодня займет это, наверное, полдня. Потому что нам нужно сделать 12 букетов, я повторяю. Так. А что стоим-то? Что, я одна, что ли, буду делать? Нет. Там Даяна у меня вот, а сейчас я вырежу листочки. Нарежу. Даяна делает эти, как их, складывает бумажки вот так вот, чтобы можно было вырезать лепесточки. Вот, лепесточки мы нарезали разные. А здесь что? Вот это лишнее убрать надо. Что это сюда поналожил? Не знаю. Вот такие зелененькие. Все, конфеты держатся. Вот сюда, сейчас сюда еще прилеплю. Вот. А Геля сейчас, Геля сегодня дежурная на кухне. Ой. Много мусора. Ну, освободится и будет делать заготовки, вот эти вот формочки. Вот такие вот. Главное не жечь пальцы. Опять. Сюда. А! Все, наверное, как-то так. Потому что если я сейчас дальше буду так делать, то это можно было, наверное, даже лишнее. Ну ладно, сейчас посмотрим. Так, какой будем делать? Желтый? Давай. Листочек немножко растягиваем в серединке. И вот так с краю прям несколько я сделаю, чтобы залеплять с краю. Вот. Все равно пальцем цепляю эту штуку. Пистолет. Клей. Поэтому нужно аккуратненько. Элементарную вот работу заклеивают. Покажи, Даяна, что вы там заклеили. Да, вот такие вот эти штуки, они заклеили. Это я заклеивала, Аня. Мой цветок уже зеленый. Все, лепесточки надо. А что ты остальное не скрутила? Резать из чего? Вот, все, лепестки у меня закончились. Что дальше? Что? Тут Маша сидит, да. Сколько? Это будет голубой. Вот такой. Да. Ну, что вот так вот? А, мама, желтый цветок. Я же говорю, потом все покажем. Ну давай желтый, Гена, подай нам желтый цветок. Понялся с ним. Ну давай. Работа идет полным ходом. Вон Даяна, какая у нас красивая, пойдет. Ну покажи свое лицо. Красивая пойдет в школу. И вот думаем, что. Аквагрим ей донести, тональником замазать. Это вот так они играют на улице. Чё?
Красота. Да. Значит, вот они делают. Да, здесь творческий беспорядок. Ты чё? Покажи. А, она спрашивает, что там делать. Ну, сейчас Даяна покажет. Геля здесь не делает листочки. Вот здесь следующий начали делать. На этот оранжевенький. Там он стоят желтенькие. Оказывается, так это муторно. Ну, не муторно так. Сидишь, лепишь, сидя на одном месте. Геля, ты сломаешь ножку у цветка. Вот. А, еще одна заготовка готовая. Вот здесь. С конфетками. Листики надо клеить. Ножка прилеплялась. Ой! Сидеть неохота. Муторно вот так вот на одном месте. Но нам еще много сделать букетов надо. Это что было? Ну, пойдет, Маша. Как получилось, вы делаете. Как получается, так получается. Единственное, нужно стараться. Алана, ты перешла на клей ПВА? Он долго-долго сохнуть будет, Лана. Я сейчас доделаю свои помогу. Да. Так, закончила делать букеты. Дети помогали. Дети сейчас тоже помогают. Дети он убирают. Там кто у меня? Даяна под столом. Значит, получилось вот у нас. Сегодня уже нет. Завтра вот эти вот букетики я замотаю вот такой же еще пленкой. Вот так, целлофанчик. Ой, нет, достань какой-нибудь. Да, этот спокойно достанется. Держи. Вот, это тебе, учитель. В общем, вот такие букетики. Не забудьте поставить вазу. Получились. И все, только 4 замотала пленкой. Остальные у меня нет, уже сил сегодня нету. Вот разные, разные. Геля. Так, все. Вот такие конфетные букетики, можно сказать. Я свою голову показывать не буду. Поэтому я так скажу, до свидания. У меня голова накрашенная. Я даже себя в зеркало не видела, пока я сидела, делала эти букетики. Эля меня красила. Вот. Сделали букетиков больше, потому что мы так подумали, что у нас есть 2 логопеда, которые, с которыми занимаются с детьми, и библиотекарь, которая участвует с нашими детьми всегда в конкурсах. Покрасить, ага. Да, вот с этой покраски я не могу ничего сказать. Поэтому, Эля, иди сюда, будешь за меня говорить, что на сегодня все. Всего доброго, светлого, всего хорошего и всего того, что вы сами себе пожелаете. Вот. А у меня на голове краска. Все. Вот такие букетики можно сделать на 1 сентября учителям.